Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла интересная посылочка из Китая, небольших размеров, но я хочу вам ее посоветовать. Так как уже не первый раз пользуюсь, друзья, вот такими вот пластырями, чем они хороши? Хороши они тем, кто увлекается сидячими хобби и активными хобби. То есть, друзья, кто занимается моделизмом или сидячей работой, знают, что очень часто напрягается шея, поясница, ну и бывают всеразличные боли в этих частях тела. Также хорошо для тех, кто занимается турпоходами, рыбалкой, бывают всевозможного рода растяжения, тоже очень хорошо помогают эти пластыри при растяжениях. И хороши они при простудах. Пластыри согревающие, обезболивающие и очень приятно пахнущие. Кто, друзья, пользовался раньше бальзамами «Звездочка», то примерно запах такой, как у бальзама. Я уже ими пользуюсь не первый год. Пришли и как раз решил вам, друзья, их порекомендовать. Цена одной пачечки 60 центов. В одной пачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 пластырей вот таких вот размеров небольших в одной пачке. Вот сразу пошел от них приятный ароматный травяной запах. Что хочу вам сказать, у нас в аптеке 10 пластырей стоит около $3, а я за 3 пачки по 8 штук заплатил $1.80. То есть разница ощутима. Наклеиваются они без проблем. Защитный слой бумаги снимается аккуратненько. И клеющей стороной наклеиваете на части тела, где боль, растяжение. И они очень хорошо помогают. Кому интересно, ссылочка на пластыри будет в описании под видео. Их, конечно, много всяких разновидностей. Вот, как видите, липкая часть. Держатся довольно неплохо. Согревают где-то часа 2-3. Но можно до 8 часов их держать, не снимать. Лечебный эффект от них очень хороший. Также, друзья, рекомендую на зимней рыбалке прилепить куда-нибудь на спину, на поясницу, на шею. Во-первых, вам будет очень тепло. И, во-вторых, вы их не застудите. Сейчас вскрою другую пачку, вам покажу. Ну, как написано, здесь яд всяких насекомых, хладнокровных. Насколько верна информация, я не знаю, но эффект у них мне очень нравится. Кто-то пишет, что они не помогают, но я не знаю. Просто надо сходить в душ, хорошо помыться. Или хотя бы спиртовой тряпкой протереть место, куда вы их будете клеить, ватку спиртом. И очень хорошо они согревают. Ну, как видите, они практически одинаковые, но запахи у них отличаются. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео.